Сожженный БТР, БМП, траншеи. Буквально 3 месяца назад здесь гибли военные и мирные жители. Нагорный Карабах – первый вооруженный конфликт на территории Советского Союза, который перерос в полномасштабную войну между Азербайджаном и Арменией. Без оценок и ухода в историю там мы правды не найдем. Действительно, конфликт очень запутанный. Мы просто зафиксируем, что происходит в Нагорном Карабахе сегодня. Вот какой он сейчас и что ждет этот регион дальше. Мы сейчас находимся в Агдамском районе. Вот эта его часть, она контролировалась азербайджанской стороной и до конца 2020 года, когда вот произошла освободительная кампания. Но вот все, что там дальше, вот эту территорию освободили буквально недавно. Поэтому здесь небезопасно и сейчас. Здесь повсюду неразорванные мины, снаряды. А цель, собственно, куда я хочу сегодня попасть, это город-призрак Агдам. Это азербайджанская Хиросима, город, который просто был стерт с лица земли. Помните, как в той песне «Город, которого нет»? Вот это про Агдам. Вот просто тотальная катастрофа. И ведь все это предстоит восстанавливать. Все эти 7 районов, которые были оккупированы, они должны стать, по задумке правительства Азербайджана, они должны стать визитной карточкой страны, примером реинтеграции, примером того, что эта территория может процветать. Потому что все эти годы, когда она была временно оккупирована, здесь не было ничего того, что можно назвать развитием этой территории. Даже вот интересно, каким будет Агдам, ну, лет так через 10. Вот хочется приехать сюда снова и посмотреть. А то, что мы видим здесь сейчас, это вот очередной яркий пример того, до чего доводит горе политика. Ведь те люди, которые жили здесь, и армяне, и азербайджанцы, ведь они долгие годы не конфликтовали, и все было нормально. Но вот какая-то искра, конфликт, схлестывание чьих-то интересов, и в итоге мы видим, что здесь сейчас. Вот в таком виде Джами сохранилась на сегодня. Мы видим ее вот в реальном послевоенном времени. Я почему-то уверен, что это святое место быстро восстановят, потому что для Азербайджана это символ. И эту мечеть уже посетил президент Ильхам Алиев. Здесь все было, конечно, совсем не так, как сегодня. Но
все равно удивительно, что это здание сохранилось достаточно неплохо. А теперь маленькая загадка. Как так получилось, что абсолютно весь город разрушен, а эти минареты сохранились? Вот по этим башням те вооруженные формирования, незаконные, находившиеся здесь многие годы, они ориентировались по ним. То есть, по сути, для военных это был некий такой опорный пункт, точка отсчета, точка, по которой можно было сориентироваться вокруг. И только по этой причине эти минареты сохранились и сегодня. Представляете, каких-то 30 лет назад, а что такое 30 лет? Давайте каждый себя вспомнит, кому старше 30, как быстро они пролетели. И вот каких-то 30 лет назад здесь жили люди, в этом доме были семьи, кто-то здесь рождался, кто-то умирал, кто-то играл в этом дворе, какие-то бабушки сидели тут на лавочках, и это все был достаточно большой город. Сейчас в это сложно поверить, реально. Просто как какие-то декорации к съемкам какого-то очередного апокалипсиса. Вот я сейчас, озираясь на опыт каких-то военных компаний, где довелось побывать в качестве журналиста, пытаюсь найти сравнение. Но вот такие тотальные разрушения видел только в Хомсе. И то в Хомсе был разрушен вот так вот, вот как здесь, только один район города, Бабль-Амра. А Агдам разрушен весь, полностью, просто стерт с лица земли. Маленький такой тоже интересный момент, собственно, механизм разрушения этих домов. Это не только разрушение вследствие каких-то бомб, каких-то снарядов, это еще и другое. Первый этаж всех этих зданий всегда строился из речного камня, а все, что выше, из кирпича. Так вот, эти кирпичи поразбирали вандалы, мародеры, продали. И этот бизнес процветал здесь многие годы, пока не поразбирали все вокруг. Еще одно сравнение – это Израиль, голландские высоты. В том плане, что
как и голландские высоты, так и Агдам и все, что вокруг, просто полностью заминирован. Каких-то карт минных полей просто не существует. Сколько на это понадобится лет и сколько случайных жертв еще будет, никто не знает. И если опять же вспоминать опыт Израиля, то там на десятки лет большую часть территории просто отдали под пастбище. И это был второй этап разминирования. Просто животные, коровы, барашки, они просто своими все это ножками протопали всю эту территорию. Какая-то часть из них подорвалась. И таким образом выявляли те мины, которые невозможно было даже металлоискателем найти. Не будем забывать, что земля, она как бы даже выталкивает мины со временем. Поэтому какие-то сейчас можно не увидеть, не найти. А через несколько лет они вдруг появятся на поверхности земли. И все это еще в будущем. Все это еще ждет Агдам. Эти все поля, это не просто поля, это минные поля. Повсюду такие вот таблички, и они здесь действительно нужны. Вот этот участок, это была глубоко эшелонированная оборона. И во время Второй Карабахской войны вооруженным силам Азербайджана пришлось пройти 8 линий обороны. Вот именно в этой местности. И каждая была, собственно говоря, прикрыта такими вот минными, скажем так, шлагбаумами, противопехотными, противотанковыми. Мина противотанковая, которая стояла на вооружении советской армии, сейчас во многих бывших советских республиках она используется. Весит она 10 килограммов, а непосредственно взрывного вещества 7,5 кг. Только что мы были свидетелями, как работает азербайджанское агентство по разминированию. На наших глазах уничтожили противотанковую мину ТМ-62. Мы также видели, как работают собаки-саперы. Я уточнил, в Азербайджане есть свой центр по подготовке таких собак. А это очень непросто. Каждая собака — это годы занятий, годы тренировок, чтобы подготовить такого специалиста. И вот там мы видели, как работает специальная техника, которая вот просто идет и взрывает мины перед собой. Задачи очень большие, очень объемные. На освобожденных территориях огромное количество необезвреженных мин. Нагорный Карабах сознательно окружил себя этими безжизненными территориями для того, чтобы была какая-то прокладка между обитаемыми районами и Азербайджаном, там, где вооруженные силы Азербайджана, чтобы не было боевого столкновения в таком прям вот ближнем бою. И вот поэтому все превратилось в такие руины. Тема отдельной дискуссии, это вообще такой дискурс, вот чей он исторический, Нагорный Карабах, вот у кого больше права на эту территорию, если не брать во внимание политические границы в рамках международных соглашений. Так вот, да, правда, что на территории Карабаха существуют христианские достаточно древние храмы, но правда и в том, что здесь было Карабахское ханство. И вот мы видим эти строения, датированные 18 веком, они, собственно, и принадлежали ханской семье.
вот что называется Агдам в периоде распада. Уже когда прошла первая Карабахская война, и эта мечеть была разрушена, а посмотрите, какой красивой она была, какие своды, какая кладка, какие арки. Так вот, уже позднее здесь устроили скотный двор. Подтверждение того, что Агдам был достаточно крупный город, вот так выглядел драматический театр. Театры в малых городах не строились. То есть вот театр — это уже такой символ того, что это вот город. И вот все, что от него осталось. Три арки. Эксперты посчитали, что понадобится примерно 14 лет, чтобы разминировать всю эту территорию, вот эти 7 районов освобожденных. Правительство Азербайджана, президент Азербайджана ставит амбициозную цель разминировать это все не за 14, а за 5 лет. И еще за 5 лет абсолютно отстроить эти районы, сделать их качественно даже более, скажем так, на высоком уровне, чем остальная территория Азербайджана. Почему? Потому что весь мир смотрит, что же здесь будет происходить, и Азербайджан хочет показать, что здесь стало лучше, что, мол, давайте жить дружно, давайте реинтегрироваться, просто победить экономически, победить уровнем жизни, победить успехом. То есть так называемая мягкая сила, как говорят дипломаты. Вот военный компонент на сегодня он завершен. Кто знает, конечно, зарекаться рано, пришел черед показать, что Азербайджан может сделать здесь, на этой территории, жизнь лучше, чем она была. Что касается реинтеграции, вот смотрите, уже Азербайджан несколько раз заявлял, и даже есть определенные шаги по восстановлению тех или иных, скажем, экономических контактов. Вот, например, железная дорога через территорию Армении в Нахчиванскую автономную республику Азербайджана. От этого, за этот транзит будет иметь Армения какие-то выгоды. Армения может также транспортировать через территорию Азербайджана свои продукты, продукцию на территории России, того же Ирана или той же Турции. То есть от этой реинтеграции Армения по-любому выиграет. Кроме 7 районов, которые удалось взять под контроль азербайджанской стороне в ходе Второй Карабахской войны, также удалось вернуть 2 района, входивших в так называемую Нагорно-Карабахскую республику, самопровозглашенную. И вот за мной село Таглар, которое входило непосредственно уже в НКР, и вот это село населяли этнические армяне. Так вот, на сегодня это уже просто село-призрак, ни одного жителя, населявших это село до военной кампании, здесь не осталось. Как все быстро тут меняется. Вот мы видим на горизонте развалины старых домов. Это еще следы Первой Карабахской войны. И вот здесь уже мы видим по переднему краю активные строительные восстановительные работы. Как знаете, кадры хроники послевоенной, когда поднимали Советский Союз из руин. Противотанковый ров, и вся эта территория еще не разминирована.
И буквально каких-то 10-20 метров, и здесь уже строительство аэропорта. Это настолько важно для Азербайджана — вернуть эту территорию к жизни, показать качественно более высокий уровень даже в сравнении с другими регионами Азербайджана, потому что эта земля, она как недолюбленная, она вот не хватало ей внимания. Физулийский аэропорт должен стать воротами в Карабах. Здесь все как на ладони. Вон там Шуша, вон там Гидрут. И вы знаете, темпы просто поражают. Строительные работы здесь начались в январе этого года. И компания, выполняющая эти работы, обещает, что в сентябре 2021 аэропорт будет сдан. Это реально полноценный пассажирский аэропорт за 9 месяцев. Территория будет глобально развиваться, и сейчас готовятся соответствующие планы развития этой территории. Действительно интересно будет приехать сюда через некоторое время и посмотреть, как освобожденные районы возвращаются к нормальной жизни. Какое-то кладбище машин советских, и холодильник тут еще можно встретить. Мне тут уже сзади говорят о том, что дальше точно идти не следует. Мины и растяжки здесь повсюду. Буквально недавно здесь подорвалось 4 военнослужащих. И говорю это для того, чтобы было понятно, что все эти предостережения не пустой звук. Когда отсюда отходили незаконные военные формирования, они повсюду оставили сюрпризы тем, кто сюда придет. И вот там вот сейчас холодильник лежал разобранный. Буквально на днях примерно в таком же холодильнике в одном из домов, которые уже были проверены военными, нашли растяжку. Вот это красота, а! Посмотрите, как растут гранаты, как это символично. Одни гранаты рядом с другими гранатами. Кто-то воюет, а кто-то себе растет спокойно. Интересно, съедобно или нет? Сейчас проверим. Победы есть имя. Если мы говорим о победоносной военной кампании в Нагорном Карабахе, то у этой победы имя Ильхам Алиев, президент Азербайджана. Здесь нужно было проявить политическую волю. Любая военная операция — это прежде всего ответственность, и он ее взял на себя. Сейчас у меня будет возможность задать вопрос президенту лично. К сожалению, из-за карантинных мер общение с президентом будет в режиме видеоконференции. И здесь собрались журналисты из многих стран. Все дело в том, что сейчас, как я уже говорил, Азербайджан активно приглашает представителей медиа со всего мира, дабы рассказать о том, собственно, как же так удалось за такие короткие сроки вернуть контроль над этими территориями. Сладу, сладу, сладу.
Добрый день, господин президент. Как военный журналист имел возможность освещать десятки различных военных конфликтов по всей планете. И хочу сказать, что спецоперация по освобождению оккупированных районов Азербайджана, с моей точки зрения, она образцовая. И с точки зрения применения военных технологий, самое главное, минимизации жертв мирного населения, военных и применения новых военных технологий. Прокомментируйте, пожалуйста, и спасибо заранее за ответ. Спасибо большое, спасибо за ваши слова о наших действиях. И хотел бы особо отметить то, что вы сказали о минимизации потерь среди мирного населения. Если вы посмотрите на статистику, то по нашим данным, среди мирного населения противной стороны потери были минимальны. Это менее 40 человек. Исходя из того, что среди их военнослужащих, ну, по самым скромным оценкам, потери были где-то 6,5-7 тысяч человек. Спасибо еще раз за ваши комментарии. Вы знаете, я не очень люблю пресс-конференции, поскольку это формат, в котором ты не можешь пообщаться индивидуально, но хочу сказать, что пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом случае отличалась в лучшую сторону. Меня поразила степень погруженности президента Азербайджана в каждый вопрос. Настолько детально, в цифрах, в фактах, с хронологией, с бэкграундом по каждому абсолютно событию. Видно, что президент абсолютно в материале, контролирует ситуацию досконально. И это вселяет, знаете, какую-то такую силу, уверенность. Ты понимаешь, что в этой стране все будет хорошо, потому что ситуация под контролем. Карабах как отдельный или автономный регион уходит в прошлое. Ну, естественно. То есть то, что я слышал от президента, речь идет о том, чтобы реинтегрировать не только население, но и сам регион в Азербайджан. Естественно, естественно. Так, чтобы он не был чем-то отдельным, а чтобы он был на равных с другими регионами страны. Естественно, сегодня уже ни о каком статусе не идет речи. Вот вы сами тоже видите. Да, какие-то попытки возразить этот разговор, сказать, как-то вынести на повестку деятельность Минской группы ОБСЕ, которая за 30 лет не оправдала себя. Опять вынести на повестку мнимый статус Нагорного Карабаха. Это уже все, это прошлое. То есть страница перевернута. Сегодня новые реалии, и азербайджанское государство отталкивается от тех реалий, которые установило за эти 44 дня в Карабахской войне. Задал вопрос официальным лицам азербайджанской стороны, а как вообще вот дальше армяне, они будут тут жить или нет, или исключительно азербайджанцы. Официальная политика такая, что мы будем реинтегрировать этот регион, и все армяне, которые хотят остаться здесь жить, они могут это сделать, но учитывая вот тот уровень антагонизма и те такие разодранные, я бы даже сказал, раны, взаимные обиды, я, честно говоря, не представляю, как на этой территории в настоящее время могут уживаться и те, и другие. Может быть, когда-то, когда эти раны затянутся, да, но сейчас... Очень рад, что мы вернулись в наши родные земли. И даю и нашим детям, слава Богу, что не придется воевать в будущем. Наступит мир, и регион будет развиваться намного быстрее, чем это было в предыдущие годы. Я так понимаю, что все остальные, кто вокруг, они просто сориентируются, как нужно,
дальше развиваться и в какую сторону двигаться. Вот это важный момент. Вы абсолютно правильно понимаете. Спасибо.